Добро пожаловать в Halls of Torment. На связи Чандер. Сколько там нужно? 6 тысяч, правильно? 6 тысяч. Прокачаем вот это, потом будем уже все остальное. Если честно, вот прям самое главное, что нам нужно будет прокачать, это скорость перемещения. И что-то какая-то такая духота на мосту. Мы забежали несколько раз на мост и убивают. Прям совсем убивают. На первой карте нам еще много чего осталось. Давайте посмотрим в первую очередь по ачивкам. Там правда такое обширное количество достижений на первой карте. Вот он, чептер первый. Здесь нужно лорда убить. Но это скорее всего смерть убить. Тут Lightning Strike, к слову. Аркана нужна. Вот аркана, 1500... Ой, 1,5 миллиона урона арканой нужно нанести. Ого. Арбаме нужно нанести урон. 25 тысяч противников. Но вот нужен Lightning Strike, арба и аркана. Все, мы в принципе для себя выбрали то, что хотим. Добро, попробуем за клирика. Фарм Деняк, да. В первую очередь нужны прокачки. Сильно. Давайте пойдем вниз. В принципе, шмот это окей, но мы сначала вниз пойдем. У этих скелетиков 100 хп. Мы бьем по 1000. Порядок? Конечно. С десяток скелетов, получается, мы все равно должны убивать. Это хорошо. Потом будут скелеты, конечно, посильней. Но поначалу это классно. Так, что еще? Базовое здоровье будем качать? Скорее, да. Да, будем. Базовое здоровье, регенерацию. Прокачки нет, больше опыта. По-моему, нету. Но, во всяком случае, мы не открыли такой талант. Может быть, он в будущем откроется. Здесь опыта мало дают за мобов. Серпаем потихонечку. Скорость перемещения. Я скорее скорость атаки возьму. Здесь важнее, наверное, будет это. Опыт хотя бы за всех мобов дают. Да. А где нам не за всех давали? Где-то было такое, то что не давали за всех мобов, ребят. Напомните. Регенерацию берем. Vampire Survivors. Да, где-то вот мы просто не так давно играли в какую-то игрульку. В Sacred Tower дадут за всех? Дают? Нет? Remedium Sentinel? Да, Remedium Sentinel, там не всех. Согласен. Спасибо за напоминание. Ой, здесь же слаймы. Проклятие. Ах, надо их 50 тысяч убить. Чат, опять слаймы душные. Ну, скажу вам честно, в сравнении с пчелами, слаймы это изи уровень. Просто пчелы уничтожают. Поэтому лучше слаймы. Первый элитник. И уже умер. Да ладно, серьезно? Вот так? Хорош. Конечно, слабей противник, понятное дело. По поводу радиант ауры я не уверен. Ну там как бы в прокачке вроде бы нет, но я не уверен то, что... Нет, я возьму. Я не уверен, что есть в ачивках радиант. Если есть, хорошо, нету, ну, нет, значит. Моща? Да. Здесь против элитки прям хорошо. Но я думаю, что на смерть нам все равно этого урона не хватит. Минус рейнджа как раз-таки имеет смысл, давай.
Прям вообще по соло цели будет почти что выходить. Но тех, кто рядом, будем бить. На смерть нужно больше всего, наверное, нужно. Нужно в фулл сете каком-нибудь специализированном под персонажа. Lightning Strike, отлично. Взяли Lightning Strike. Вот его точно нужно. В первом комплекте, который нам выпал после элитки, не дали ничего полезного, увы. Сможет ли Lightning Strike нанести 750 тысяч, не знаю, но нужно проверять. Давайте прокачиваем в любом случае нашу основную атаку. Она так-то хороша. Может, на смерть нужен щит? Щит... Я не знаю по поводу какого-то отдельного щита в плане, как в Empire Survivors. Имеется в виду сбор, да, вот этот вот. Но там по большей части от заморозки идет все-таки фишка. И смерть там убивает иначе. Здесь смерть убивает за счет обилки. То есть на тебя накидывают череп, который там 5-4-3-2 раз, умираем мы сейчас. И вот в этом проблема. Как этого избежать, я не знаю. Не видел, во всяком случае. Может быть и есть. Может потом откроется. Может быть мы не докачаем. Поэтому я сейчас как раз и иду в первую очередь вот по ачивкам, посмотреть, что дадут-то. Там какие-то таланты просто понавыдают. Так, еще и радиант мы можем увеличить урон. Минус радиус. Все прям в максимальное приближение. И радиант у нас в приближении, и атака у нас в приближении. Ну и ладно. И хорошо. Зато урона много. В частности, на ту же смерть это топ. То есть это сильнее по смерти будет, чем большой радиус. Ну, не смерти, да, вестника смерти. Смерть это, по сути, его обилка. Так, что дают? Скорость перемещения можно взять, в принципе. Базовый крит-шанс нам пока никак, как и critical damage бонус. Давайте скорость перемещения возьмем. Лишней не будет. Скелетов я не помню. Мы убили 50 тысяч, уже не убили. Кстати, черты здесь есть. Не только на второй карте в аду они есть, но и здесь есть чертики. Угу. Элитник. Был. Просто. Просто смотрите, что творю. Уничтожен. Шапка. Могу шапку взять в целом. Могу увеличивать критический урон. Могу разбрасывать шипы. Но это минус скорость. Скорость не хочу терять. Критический урон. Давайте возьмем тогда пока шапку. Шапку возьмем, отнесем. Колодец в целом близко. Прям сразу возьмем, отнесем. Либо можно, конечно, сходить за шмоткой, за дополнительной. И выбрать то, что более полезно. Молния не качается. Чат, нойте на молнию, реально нужно. 750 тысяч урона нужно успеть нанести молнии. Хотя бы 750 тысяч. Так, регенерация... Во! И регенерация, скорость. Хорошо. Лорд смерти. Да. Ну там, по-моему, лорд боли он идет, но суть та. Да, то, что он лорд смерти. Не так далеко, кстати, находится здесь магнитосфера, но мы ее оставляем, конечно, напоследок.
Стараемся бочки разбивать, потому что я хочу халявную магнитосферу. Они попадаются очень редко. Помню, было... А? Нехорошо. Хорошо бы свет не вырубило. Давай 7 сегодня. Далее 24, 25, 26. Это многовато. Угу. Все, ребят, на несколько дней у нас идет дождь. Будем надеяться, что все будет хорошо. Вроде прессуют сильно, но мы продавливаем. На самом деле, вот сейчас как раз у нас в режиме продавки находится наш скилл. Вот мы берем и продавливаем направление. Что такое вообще вся эта продавка? Продавка — это иметь возможность, вот тебя окружили, пробиться. Вот в чем соль. Маги, кстати, тут. Маги на большом расстоянии. До них нужно добираться. Ну, давай скорость перемещения тогда возьмем. Ой, он был под щитом, не умер из-за этого, и я получил поэтому по лицу. Нехорошо. Погоды нет. Хотя нет. Тут нет. Так, что за вещь дадите? Кольцо на каждые 15 секунд скелетон, либо имп, либо вы можете... Короче, увеличивает шанс на блок за каждую дистанцию, которую вы проходите. Если честно, вот я бы тапочки взял бы на мечника, это прям прикольно. То есть, если мы не стоим, то это хорошо. Это в сундук? Не-не-не, не в сундук. Сейчас мы заменим сразу. Вот так заменяем. Шанс на блок просто забейте. Это под мечника сделано. В первую очередь. Вот на него как раз шмот и возьмем. Шапка, кстати, ни одна, правда, не взята. Вот что плохо. Кольцо какое-то есть. Да, дома валяется. А вот шапки ни одной нету. Реген или ХП? Давай срегенерируемся. А? Да. Если сейчас сложим шапку... Я не помню... Блин, очень плохо работает... Вернее, редко выпадает молния. Нужно больше молнии. Не помню, есть ли хоть какая-то у нас шапка. Если есть, то имеет смысл взять. А так спит больше. Давай-давай. Еще минус радиус, больше урон. Давай. Гигантские куски будем отрывать. Скорость регенерации и перемещения. Давай. Урон, однозначно. Там по троим, по-моему, 900 урона зашло. Сильно. Шапку не видел. Шапку 10 тысяч лет. А тут скорость перемещения, смотрите, валится просто на постоянке. Вы обратили внимание? То есть, когда мы пробегали мост, скорость перемещения такая. Да ну. А здесь прям скорость перемещения на скорости перемещения. И скоростью перемещения погоняет еще. А что такой маленький урон? О! Во! Понемял. Пришла элитка, значится. Аркана, сможет ли она у нас много урона нанести? Арба тяжело идет, скажу честно. Прям очень тяжело. Я бы взял арбу, потому что у нас так-то радиус есть определенный. И пусть у нас еще и арба крутится, но ее нужно разгонять. А ее разогнать очень тяжело.
Но все равно и то, и другое, и 5-е, 25-е нужно прокачивать по максимуму. Шапка, правда, меня это не особо усилит. Шапки вообще стрёмные. Корона у нас есть на поджигание. Во. Есть корона на поджог, то есть на экстерминатора есть. На другого что-нибудь еще выбьем. А эти тапочки, они прям специализированные. Они хороши. Все, решено, ребят. Тогда тапочки скинем. Застрял. Ящики меня пытались убить. Ящики устроили засаду и напали на меня, представляете? Дайте отхилку. Спасибо. И миллион слаймов, которые охраняют вход. Смотрите, сколько их тут. Собаки, дайте выкинуть ботинки. Забирай. Так, быстрые руки. Сто тысяч уже готовы и миллион на подходе? Ага. Но сейчас, правда, собаки заменили их. Но в целом, да, будут еще слаймы. Во, токсичные еще слаймы. Это те самые, ребят, фанаты слаймов. Переродившиеся в другом мире. Сейчас же это модно. Исикаи. Вот они, токсичные слаймы. Тяжеловато идет за счет скорости атаки низкой. Ножей, конечно, сильно здесь не хватает. Да, я понимаю, что я мог взять ножи. Я выбрал сферу. Потому что сферу нужно качать. Я бы взял еще какое-нибудь улучшение на Lightning Strike. Если оно будет. Может и не будет. Может для начала нужно 750 тысяч урона нанести. Чтобы был грейт. Дефенс дают. Нет бы улучшения молнии, улучшения арбов. Пофигу. Нет, а зачем? А зачем? Что, тебе надо, что ли? Нет. Нет. Тебе важнее что-нибудь другое, лишь бы не то, что нужно. Ясно, понятно. Токсики нападают, да? Или фанаты гены, ребят. Тоже подходит. Угу. Мужчина пришел. Серьезный. С ночными охотницами. Повезло. Вот это реально повезло, магнитосфера. Беру, беру орбиту. Плюс аура charge speed. Во-во-во, заряжаться быстрее будет, хорошо. И плюс аура damage. Повезло, повезло, ребят. Чеснок будет бить чаще. Мы этого еще никогда не выбивали. Плюс 166 базового урона. Не так много, если бы 166%, но тоже неплохо. Мелочь, а приятно, как говорится, да? Орбита, конечно. Lightning Strike. Орбита. Вот он падает, конечно, шикарно. Вот в чем соль клирика, видите? Гигантские куски отрываешь.
Cone Width. Уже буду бить. Прям вообще целенаправленно. 20% урона получаем, но будем еще уже бить. Погнали. То есть, по сути, урон вообще по одной цели. Нормалек. Если будет большая скорость, то хорошо. Сейчас скорость атаки очень сильно нужна здесь. Что дают? Ботинки, ботинки или ботинки? Понимяу. Блок. Дефенс можно взять в целом. Силу блока. Можно взять, конечно, вот эти ботинки, которые будут разбрасываться и наносить урон. Очень узко бью. Да. Давайте попробуем взять ботиночки на защиту. Медленнее перемещаемся, зато мы защищены. Тридцатый уровень почти. Вот пробиваю я ночных охотниц очень быстро. А при всем при этом нужно, чтобы в тайминг они попали. Потому что иначе я по ним вообще урона банально не нанесу. Это грустно. То есть скорости атаки мне не хватает. Мне нужна скорость атаки, чтобы прям вот на постоянке бить. Тогда это будет очень сильно. Иначе это очень грустно. Ну вот, они успевают до меня добежать. Хотя у них нет никакого шанса. По урону именно. Я их сношу с одного удара. Надо регенерацию брать. Однозначно. Маги так быстро не падают. Маги тоже падают мгновенно. Если я к ним подойду. Проблема вся в том, чтобы к ним подойти как раз. А, понимаю. Нас атакуют. Продавочка, конечно, работает. И слаймы еще. Щиты окружают, да. Стена из щитов плюс... стена из слаймов. С говна и палок понабрали всего. О, маг, видели? Только они появляются, мгновенно падают. В этом солюшка. Если попадают в тайминг. Так, дополнительные атаки давайте сделаем на мульти. Так, арпой в том числе мы стараемся бить. Местная библия. У нас очень близко магнитосфера. Стена из слаймов, да-да. Но слаймы здесь в меньшем, конечно, количестве, чем щитовики. Щитовики неприятны тем, что у них все-таки две полоски здоровья. То есть ты их пробиваешь, и потом они еще нужно их убить. Lightning Strike. Я понимаю, что здесь 10% урона. Нужно Lightning Strike. Угу. В целом неприятные, да. Вот. Плохо, когда вот две полоски. Это даже более плохо, чем если бы это было ХП целиковое. Ну, то есть, были бы жирней, неприятно, правильно? Но можно было бы убивать хотя бы. Так, маг. Он даже волшебник. Душат, ребят, сильно.
Смотрите, что творят. И вот началось. Итак, началось. Никакие ваши конусы или еще что-то здесь не помогут. Здесь слишком жестко идет. Умирают они, конечно, просто пачками, штабелями кладутся. Но этого недостаточно. Догоняют. Регенерация, да. Пожалуй, да. Спасибо. Что? Перчатка. Я понимаю, она единственная на карте. Это магнитосфера, и она как раз, я ее храню напоследок, наконец. Пока серпаем, как серпается. Давай, мага, 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 мага. Есть, Lightning Strike 750. Нет, живи. Живи, живи, живи. Жарким огнем, ночью и днем. Сердце сжигает. Так, улучшаем арбу. Живи, пожалуйста, теперь. Я не знаю, что я взял по арбе, но мы ее улучшили, ребят. Как улучшили, я не знаю. Я как можно быстрее просто нажал, чтобы выбрать. Если арба еще 750 тысяч нанесет, будет хорошо. Если честно, нужно. 1,5 миллиона не факт, что успеет нанести Lightning Strike, конечно. Хотя шансы есть, еще целых 10 минут, вы меня извините. Вот, но... Поглядим. Арбе хотя бы 750 тысяч. Пока выжили временно, да. Я даже не обратил внимания, если честно. Я тоже думал, то, что там что-то есть. А нету, да, значит? Так, нужна скорость атаки, ребят. Во! 750 тысяч... Чисто, насколько я понял, 750 тысяч... По описанию вовсе не арбой, но либо это арба так называется. Ладно, 750 тысяч нанесли, и хорошо. Чем бы там ни было. Не, Lightning Strike это молния. Вот, астрономер Орб, правильно. А что за тогда... Что-то на Т. Ладно, базовое здоровье. У нас явно есть некоторые трудности с хпшкой. Все, ребят, пошла жара. Приятного аппетита, кстати, кто кушает хомяч, лопает, трапезничает. Увидел собак меньше, думаю, о, легче стало, нифига. Вот вообще нифига. Вот вообще нифига. Если честно, прям задушили. Надо брать магнитку. Я понимаю, что там элитка, но это сильная элитка, это лич уже. Как раз мы открыли клирика, когда убили лича. Все не нужно, к сожалению. Ну давай область все-таки увеличим немножко. Давай.
Посмотрим, что от этого будет. Так, давай магнитосфера. Есть. Есть Lightning Strike. Хорошо. Плохо. Все плохо. Так, секунду. Давайте, ребят, блок, потому что... Ну, блин. Скорость перемещения. Регенку. Сначала регенку. Арбы однозначно. Дефенс. Придется. Блин, продолжительность, я, если честно, даже не знаю, нафига нужна. В принципе, продолжительность на обилке с продолжительностью, но... У нас ни одна обилка продолжительность не дает. Может, на огненное дыхание будет, конечно, даваться. А так, нифига. Арбы. Там еще... Я видел, но арбы нам важнее для ачивок. ХП-ху берем. Здравствуйте, товарищ Лич. Можно я вас немножко потревожу? Немножко сильно по лицу потревожу. Я вас, а не вы меня. Давайте, выйдем. Пойдем, выйдем. Пойдем, выйдем, мужик. Пойдем, выйдем. И ведь мы пошли, и мы вышли. Вышли пока что проигравшими в этой битве, а теперь победителем. Хорошо. Проиграли, чтобы победить. Не, хорошо, конечно, что мы шотаем врагов. Но скорости атаки не хватает сильно. Опа. Угу. Властелин колец, чат. Это крит урон. Это импы. Это что такое? Трансформирует весь урон вашего оружия в огненный. Теперь у него есть 10% шанс поджечь врагов при попадании. Блин, это на... Этого. Ну, короче, на сильного нашего дядьку. Прям вообще класс. Попробуем здесь, как оно зайдет в целом. Если честно, не факт, что зайдет хорошо, но та же молния, если поджигать будет, может, это и неплохо будет. Они идут. Внимание, они идут. И мы идем. Но главное, что они идут. Очень плотно идут. Дайте хил. Дайте здоровье. Дайте лечение. Дайте зелье. Вы знаете, я все думал, близ какого поселения мы находимся? Все-таки это кладбище, наверняка оно не просто на пустыре. Мне кажется, это поселение Зажлобинск, потому что здесь вот реально не дают лечилки. О, наныли, хорошо. Еще нужно штук 10, так, и мы в порядке будем. Не шутка, кстати, про 10. По 57 дают? Отхилку имеется в виду? Лечит. 57 это неплохо. О, как красиво, да? Они все попадали. С одной стороны красиво, с другой стороны все равно трагедия. Очень уж их много. Во! Арба 750 тысяч. А чем тогда там я нанес урон?
У меня из урона есть еще урон шока так-то. Да. Возможно. Кто-нибудь видит поджоги, ребят? Напомню, что у нас кольцо, которое делает весь урон огненным, и есть шанс на поджечь. Мне кажется, они так быстро убивают, что не поджигают. Молния не должна. Хотя она по 800 урона так-то наносит. Пожар какой-то случился. Это, видимо, это... Да, да. Канделябру. Но я вот не вижу поджогов. 1,5 миллиона урона, кстати, Lightning Strike. Вот это хорошо. 1,5 миллиона урона, вроде бы это максимальное количество урона, которое нам нужно. Я очень на это надеюсь. И мне приятно, что молния все-таки смогла. Арба, конечно же, столько не сделает, потому что по арбе мы 750 тысяч только-только получили. Очень тяжело ее будет разгонять. Она прям говно. Да, очень слабая пушка. Библия просто крутилась и сильно отзонивала противника. Здесь арба прям слабая-слабая. Ее должно быть много, то есть не 3 штуки, а 5 там, к примеру. И они должны крутиться как неадекватные. 2500 хп отхиляться. Хорошо. Плюс 20% аура дэмэдж. Минус 5% радиус. Это тоже полезно. Только криты и смерть. Да, смерти много. Криты молния наносит. Оружие клирика не наносит критических повреждений. И аура, соответственно. Арбы, по-моему, тоже не критуют. Но это не точно. Не, критуют, критуют. 140 урона я сейчас увидел. Так что арбы тоже наносят криты. Привет, привет. Добро пожаловать. Но поджог я не вижу. Сколько собак. Ужас. Мы разворошили псовое гнездо. Спросите меня, бывает ли такое? Ну, видите же. Сам не ожидал. Так, аура... Плюс урон и плюс зарядка ауры. Хорошо, конечно. За ауру вроде бы ничего не дают. Ну, либо мы уже все получили, что там нужно было за ауру. Имеется в виду по ачивкам. Но аура, по-моему, не на первой карте открывается, поэтому она может здесь и в ачивке не идти. Сорок шестой уровень на первой карте. Очень маленький. Магнитку желательно оставлять прям под самый, под самый, под самый конец. Вот прям сейчас. Сейчас вестник смерти придет уже. Готовы ли мы к нему? Ну, не очень. Все, он накинул, ребят. Он накинул. Не хватает нам урона. Не можем. Ну, убивает. Просто шотает. Но мы пол хп ему снесли, кстати. Эх, не догорит. Не догорит, конечно. Жаль. Правда, жаль. Но пол хп мы ему снесли. Но мы сейчас максимально сильные. То есть сильнее мы точно не будем. 854 тысячи всего лишь молния. Нет, здесь всего лишь 128 тысяч. Как бы... Может, там нужно было 75 тысяч? 750. 750, ничего не понятно. Ну вот мне тоже показалось 750. Пойдем, пойдем.
Завтра выходит игрушка? Да, эта игрушка завтра выходит. За Свордсмана, кстати, неплохо было бы побегать. Сейчас мы на максимум еще улучшим этот. Скорость атаки. 3 миллиона Lightning Strike'ом. Понимяу. 1,5 миллиона арканой нужно нанести. Вот. Аркана, аркана. Слаймы нужны. Слаймы сюда. Сейчас, 750. Аркана. Фантом, Нидлы. Lightning Strike. Нет. А вот нет. А вот нет. Я не знаю, что мы сделали. Может, на другой карте мы закрыли как-то ачивку? Это должна быть вот такая ачивка, по идее. Может, она где-то вот тут? И миллион урона. Рингблейды. Не то. А здесь что, кстати, убить 10 боссов? Откуда-то мы 4 убили и всего... Почему? Непонятно. Например, карту. Может быть. Так, здесь на Свордмане нужно получить удары 500 раз. Ладно. Здесь что? Рингблейд нужен. 3 миллиона с главным оружием. Ладно, в общем, поищем. Пока что поблагодарим наших дорогих, замечательных, потрясающих, великолепных. Нашел. Я не знаю, что это такое. Но мы, правда, 750 тысяч урона нанесли этим. Все. Наших дорогих, замечательных, потрясающих, великолепных бустеров. Только благодаря им у нас на канале выходит видео. Поэтому присоединяйтесь к их числу. Вступайте в семью. Ведь семья — это главное.